разбой. 162-я, часть 2-я. А в чем он заключался? Машину забрали. Таксист. И кто из вас решил, что таким образом можно завладеть машиной? Я. Сидели, выпивали. Ну и что-то это подумали, решили забрать, ну, машину у таксиста. Статья 162, часть 2. Вину свою признаете? Признаю. Раскаиваетесь? Да. Вы решили тоже все вместе его поддержать, эту идею? Да. Угу. А кто оружием угрожал? Я угрожал.